Та-дам! В холодильник, какой духовка тебе. С днем рождения тебя! Чехол. Про телефон. А что ты ей скажешь? Hi, Billiash, you're my fan. Так, всем привет, ребят. Ну что, сегодня день рождения у Ксюши. Привет, скажи, привет. 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 Так, мы сейчас с Максом будем украшать быстренько, потому что девчонки в школе. Да, вот он мне быстренько помог, все убрал. Молодец, помощник. Сейчас мы будем надувать шарики. Где у нас шарики? Жалко, что не получилось купить шарики в виде цифры 10. Потому что магазин, где продается все для дня рождения, закрыт. Все, садись. Я хотела вообще купить только зеленые шарики, но вот придется надувать то, что есть. Есть вот только вот такие вот зелененькие. Ну, надуем, какие есть. Всякие разные. А я не знаю, где это. Я так надую сама, без насоса. Так, в общем, тортик сделала я вчера. Останется только сейчас украсить. Потом вечером папа приедет с работы. И мы будем отмечать. Отмечать будем в кругу семьи. Сами. Никого даже пригласить не можем. Сейчас мы будем развешивать вот такие вот гирлянды. Ой. Вот так вот. Будем сейчас развешивать их. Давай, давай, дуй. Вот так держи, нет, вот так держи. Вот так надо держать. А теперь дуй. Во! Зелененькая полетела. Давай. Неси, куда несешь. Так, ну что, немножко украсили там в коридоре. Здесь столбики наши повесила. С днем рождения. Флажки. Так, все вроде. Пока, я думаю, хватит. Так, мне нужно еще видео монтировать, влог, который вчера мы снимали. Ой, когда это все успею, сейчас уже все придут со школы. Нужно кормить. Да, Макс? Бонни. Бонни. Что Бонни? Ты давай, наоборот, складывай шарики, а не раскладывай. Я так думаю, что я больше не буду надувать. Девочки пришли. А Ксюша где? Она еще не пришла. А что за коробка у тебя? А, это моя. Это тетя. А я думала, Ксюня пришла. А чего вы ее не подождали? Надо было подождать. Каролина была тоже. Угу. Давайте раздевайтесь. Сегодня нужно идти в обед? Ксюше надо, да? Аккуратненько. А мы уже украсили потихонечку, пока никого не было. Та-дам! Кузнечик пришел. Как дела? Привет. Привет, именинница. Я тебя сегодня поздравляла уже. В школе поздравили? Не вспомнили? Все, да ты че? Все забыли. Что это такое? Нет, что за безобразие? А учительница? Забыла. Ой, надо ей это. Надавать. Наказать. Обращайся, рецепт, да? Потому что там у мальчика тоже сегодня день рождения. Потом они, учительница сказала, что у кого сегодня день рождения, потом сказала у мальчика, потом моей подружке сказала, что у меня тоже день рождения. Угу. Понятно. Я хану в четверг, чтобы нахрен. Давай, иди доставай торт. Или глаза закрывай, Маргарит, давай торт достань. Зачем ты носишь платье со штанами? Это Чайсэнь. Чайсэнь.
Так, вот эту не убирай, пускай вот так будет закрыта, она сама уберет. Нет, еще, подожди. Закрывай, Макси. Так, подожди, надо правильно повернуть, чтобы она видела вот так вот. Все. Да. Ты прям в тему одета. Да. Нравится? Человечек такой получился или нет? Да, он очень красивый. А это огонек? Да. Я сначала не поняла, что это. Это огонек. Happy birthday. Нравится? Ну. А почему он зеленый? Что зеленый? Ты покрасила? Да, я покрасила. Вот эту белую так и оставила. Думала, что я буду черный делать, потом как-то у меня нет столько краски. Чтобы черный сделать, нужно много краски. Да, и там все равно нет. Да, я решила сделать зеленое с белым. Ну не ковыряйте. Мне нужна батарейка, потому что моя подружка сказала, чтобы я ей сфоткала торт. Угу. Такой вот тортик. Немножко неровненький, конечно, я не профессионал. Вкусная. Да, только пальцами не трогай. Потом будем кушать. Немножечко, немножечко провалилось тут мягкое. Ну что? Так, что у вас там? Девчонки делают десерт панакоту. Ага. Коту-коту панакоту. Может... Она не должна кипеть? Такую плоскую, ну не сильно глубокую, тогда она застынет. Помнишь, как делала Марселя? И все. А надо в духовку? Почему в духовку? В холодильник. Какая духовка тебе? Так. Жарится мясо. Делаем еще одну порцию, потому что двух пакетиков нам будет мало. Сюда уже перелили. Ой. Теперь это нужно будет в холодильник это убрать. Это сейчас в холодильник? Только нужно будет тортик достать. Нет, я сверху еще туда. Так, давай. Свечки где? Надо вот эти зажечь еще, бенгальские огни. Ой, я боюсь. Так, я боюсь единичку. Это, как они называются? Бенгальские огни? Бенгальские огни. Бенгальские. Так, давай, ты держишь, а я буду... Ух ты! Мама, осторожно. Давай. С днем рождения тебя, с днем рождения, наша Ксюша, с днем рождения. Давай загадывай желание. Браво! Далилита и тата. Ну-ка, покажи. Тоже сумочка. Вау, с сумкой. Круто. Que bonito. Это от Маргариты. Ты знаешь, что это? Не знаешь? Даже не догадываешься? Что-то мягкое. Давай. Давай, 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 давай. Оно очень сильно замотано. Это Маргарита тебе свою подарила. Ну, потому что тебе она больше нравится. Чтоб ты у нее не просила, Маргарита, дай мне надеть, дай мне надеть. Нет, все. Мы для родителя были?
Я с этой Маргарита антес. Руби, не жалей. Там, по-моему, перевернуть надо вверх ногами. Да. Ну, короче, там всего. Это самый главный, который хочет. Закрывай глаза и открывай. Mira con el gorro. Esa para que la encontremos y se pierda. Теперь ты вся зеленая. У тебя не хватало обуви зеленой, теперь у тебя обувь зеленая есть. Я коробку оставлю. Ну конечно. Не сомневалась. Чехол. Про телефон. Да хуара хедре. Ну мне же нравится все в клеточку. Что это? На пулере. Он ловеро. Покесим корто. Твои новые шапки. Большая. Давай, давай, мери. Большая. Теперь ты будешь не в зимней шапке. Бабы на пика. Ну-ка надень. Бабы на пика, окей. Вот, теперь будешь в панамке ходить, а не в зимней шапке. Ну-ка померь вот это. Вот это, по-моему, немножко большевато, да? Ну это папа будет ходить, наверное. Ну нормально. Нормально. Ой, Нади. Макс, а тебе пакет, да, на голову? Ну, открывай. Это шорты. Это штаны. И к этим штанишкам такого же цвета маечка. У нас же есть такая. Да, у тебя желтая такая. Нет, нормально. Твой размер. А это беленький такой же. Это viene con dos pelotes de nieve. Que no me lo mate. Положи. Положи. Ой, qué. Y a mí no me dan ni una hueva. Ay. Por la ropa desde cuando nací. No sé. Это как раз к маечке и к этим. А, вот ремни. Это что? Да, три ремня. Мира машинку на Формула 1. Да, там три. Один черный нормальный, другой вот. Ну, потому что набор. Один такой, один такой, один такой. Что там написано? Билли. Это как мои подружки. Мать, кино мире. Была зелененькая, но размеры закончились. Я хотела зелененькую взять, но там... Уже М-ка была, все раскупили зеленые, и беленькая осталась. Ну как хочешь. Нормально. Коробочка всего лишь одна. Браво! Получается штаны в клеточку, ну вот с этой вот клеточкой, ремень с клеточкой, еще что с клеточкой? Чехол. Да. Где твой чехол? Ну, вот такой вот чехол. Убрал.
Yo no sé, papi. Ahí está más, mira. Papi, yo no sé. La máquina de la Oco. Это еще... Про самый главный приехал? Нет. Я хотела подарить билет на концерт Билли Айлиш. Потому что я посмотрела ее расписание, ну, концертов. И у нее должен был быть концерт летом в Берлине. Да. В Германии. Но, к сожалению... Все концерты отменились, поэтому будем ждать, когда будут у нее. Может быть, она когда-нибудь сюда приедет. Она у нее была когда-то в Цюрих. Она уже приезжала? Да, в Цюрих. Ну вот, если она приедет, то... Либо Германия, смотри, у нас рядом есть Италия, Франция, Германия. В общем, если какую-то из этих стран она будет... Будет у нее концерт, то тогда... Билеты очень дорогие. Ну и что? Ну сколько билет? Ну 200, ну 300. Смотри, 200, если ты просто так будешь смотреть концерт, а VIP? 100. Ну, а VIP? А VIP 200. Ну нормально, господи, можно же один раз заплатить 200. Ну за каждого человека, если... Ну с папой поедешь только. Ну значит 400. Ну и значит 400. Будем копить, да? Копить будем? Или, может, всей семьей поедем? Я такой. Ну вот, будем копить. Как раз сейчас, пока карантин, будем копить. И как только она приедет, то купим билет на VIP, чтобы ты с ней сфотографировалась. Да? А что ты ей скажешь? Hi, Billie Eilish. You're my fan. Так, все, ребят, закончилось... Закончился день рождения. Я не знаю, почему не застывает. Может, я что-то неправильно сделала? А? Может, я не до конца согрела? Ну, я долго грела, больше 5 минут. Кто-то там же написано 2-4 минуты. Ну, можно так съесть. Нет, я все правильно сделала. А это тоже? 500. Это крем остался от тортика. Не получилось у нас что-то панакота. Первое получилось. А, смотри, нормально. Почти застыла. Да. Может, еще оставить нужно подольше? Первая быстро застыла, это что-то немножко долго. Я ее убрала, потому что она от этого, от бенгальских огней, вот сюда попали черные вот такие вот эти крупинки. А тут тоже. Ну, ничего страшного. Ой, тут... А там было прям много. Ну, можно ее убрать. Ну, вкусно, мастика. Самое главное это. Это же сахар. Все, тортик мой. Зелененький, смотрите, какой он. Ну, вкусный получился. Он прям такой нежный, мягкий. Пропитался хорошо. Нормально, не сильно большие. Ну все. А то она. Не было у нее зеленой обуви. Теперь есть зеленая обувь. Теперь вся зеленая. Ты в траве прям сольешься. Тебе зайди куда-нибудь. В лесочек, и все, тебя не видно. Девчули, красотули. Так, что за секретики тут? Тест. Все, спокойной ночи, у меня батарейка садится. Мы это не очень хорошо можем учить. Угу. Все, ребят, все, пока. Бонни, скажи пока. Спокойной ночи. Все, пока-пока. Мы спать. Тортики, свечи, это мой день. Горы подарков, это мой день. Море улыбок, куча друзей. Песни и танцы, все для гостей. В мой день рождения вокруг все друзья. Танцуем вместе, нам скучать нельзя. В мой день рождения вокруг все друзья. Танцуем вместе, нам скучать нельзя.